выкладываем бесплатно рисунки, чтобы кто-то написал: это говно. Этот рисунок. Напиши еще. Это будет нормально. Это действительно как. Блин, я не могу грядку прорисовать даже нормально. Где выращивают. Что-нибудь выращивают. Вот же я тупой. Хоть сейчас грядку получится прорисовать. Friends. Когда ты что-то отдаешь кому-то, этот человек тебя не перестает уважать. Когда ты принимаешь что-то, тоже происходит какая-то хрень. Ну, когда ты получаешь от человека, что тоже какая-то хрень получится, я не знаю, что это за мир вообще. I just like driving Lambermill. Sorry, please. You see this, you know this. I'm Cap. I'm just Cap. Lambermill, it's true. It's cool. I don't see in real. I never see Lambermill in real life. You know? You know about this, baby? You know? Тучу не получилось нарисовать, блин. Солнце не получилось нарисовать. Куда ведет эта дорога? Куда? Куда? Why? Tell me why. Why I'm driving? Tell me why.
Импровизация, импровизация, fucking improvisation. This is my fucking improvisation, sorry. Why, tell me why. Music and ecstasy. Здесь работают крестьяне.
заживо. Слишком долго. You know. I love you. I love you. I like you. You know. You know. Я без разницы, сколько наберет лайков вот этот визаж. Но я что-то увлекся. Мне бы немножко отдохнуть, у меня что-то плохо с глазами. Главное не испортить его, а то я устал. Я могу сейчас напортить. Сейчас нужно как раз хорошо прорисовать. You know. You know. I'm just Alexander Alenin. Loser. I'm loser. I'm a lone artist from the Russia, suburbia Russia. Alexander Alenin. Alenin. Что же я так устал? Может, потому что меня никто не любит? Может, я устал от этой жизни? По-идиотски прорисовываю эту железную дорогу. Рельсы корявые. Рисовка небольшая. Чепуха получилась. Ой, еще дофига рисовать, пока 30 минут не пройдет.
Я уже офигеть как устал. Какая-то хрень получается, я просто устал, реально. Я реально устал, я не могу. I'm real. Устал. I'm real устал. I'm real tired. I'm real boring. I'm Александр Ленин. Ну и чё, я умею рисовать, что ли, по-вашему? Да ни хрена. Это какая-то фигня вообще. Льется. Зачем-то. Спросят, зачем, я скажу, не знаю. Не знаю, зачем.
Даже лестницу прорисовать могу в верхний квартал. Что за жесть? Что со мной не так, бро? Сейчас здесь пойдет я отдохнуть немножко. Я чувствую, что вообще устал. Склонившись вот так стоять, хрен знает, что-то устал. Здесь вода льется, я не знаю, зачем она сюда льется, блин. Я хотел сделать, чтобы она... Блин. Может, пожар там, хрен знает, что это такое вообще. Что за дичь я рисую? По крайней мере, я не играю в комп, хоть это хорошо. Так что можно простить мое нытье. Но от меня отворачиваются люди. Есть такое понятие в МКБ-10 – избегающая личность. Так что это нормально. Нельзя говорить человеку. Ну, можно говорить что угодно, но нужно понимать, что есть такое понятие избегающая личность. Избегающая личность, понимаешь? Избегающая личность, понимаешь? Избегающая личность, понимаешь? Беспомощная личность, понимаешь, да? Да, я такой, черт возьми. И мне это самому вредит. Я пытаюсь что-то с этим делать. Хотя бы я перестал играть в комп, это уже большое достижение. Дай мне время, пожалуйста, адаптироваться к новой жизни. Плиз. Лучше бы я вообще не заходил в ВКонтакте, не читал там ничего. Что там пишут? Одни фейки. Херню. Расстраиваюсь, как моя бабушка. Очень уродливая прорисовка. На-на-на-на-на-на. Никому не надо, никому не нужен такой, как я. Бесхребетный, бесхарактерный, ты права. Черт возьми, ты права. Блин, только испортил. Когда уже нажмется там 27 минут? Thank you.
Чепуха получается у меня, чепуха. Сука, сейчас пикнет. 29. 30 секунд осталось. Ай, блин, зачем я так приблизил? Блин, может здесь сделать, типа они чинят.